Во вкладке «Создание документа» выбираем «Бюджет». Начинаем заполнение платежа. Счет получателя. Реквизиты счета уточняем непосредственно у получателя бюджетного платежа. Находим этот счет в справочнике и выбираем. Данные по получателю заполняются автоматически. Указываем сумму платежного поручения. Код платежа. Выбираем подоходный налог с физических лиц. Заполняем назначение платежа. Код назначения платежа. Для подоходного налога выбираем операции по платежам в бюджет. Категория перевода. В настоящее время Национальный банк Республики Беларусь рекомендует выбирать для всех видов налоговых платежей категорию ТАКС – уплата налогов. Очередность платежей – 13. Признак платежа – либо платеж, либо возврат. Нажимаем кнопку «Заплатить». Открывается предварительное заполнение платежа. Проверяем еще раз введенную информацию и подтверждаем платеж. Приятной вам работы! Ваш Альфа-банк.